Друзья, всем большой привет, с вами Страйкс, мы продолжаем играть в Империон Галактик Сурвайвал. Мы, естественно, откатились на тот момент, когда мы сохранились, все правильно. Вот, так что, к нам летят дроны. Они у нас в контровом свете, поэтому ни хрена не видно. К сожалению, не видно. Так, я вижу два штука у нас упало, да? Давайте приземлимся и залут... Ага, еще один, зараза какой. Так, что у них там, база, что ли? Ребят, мы в прошлой серии умерли чисто из-за того, что у нас закончилось кислород. Я просто провафлил этот момент. Естественно, это мой косяк, самый, что ни на есть. Я не отрицаю. Так, давайте лутаться. Да, тут дроны достаточно часто летают, поэтому... Так, нет, до того я не добегу. Давайте долетим. Конечно, минус есть этого корабля, ребят. Минус в том, что... Ну, что там нам не поломали? Потому что я не могу быстро выпрыгивать из корабля, когда мне надо. Мне приходится через зад лазить, а это не совсем удобно. Не совсем удобно. Так. Полетели, посмотрим, где там. Ага, вот здесь. Ух ты, смотри, какой кругляшок. То ли база, то ли чё. Сейчас посмотрим. Может быть, там дронная какая. Да блин, как вот мне вот эта вот фигня бесит, а? Кто бы знал. Ну, дроны — это всегда приятно, потому что это... тоже топливо. Я сейчас не разделяюсь, это все в одну кучу кидаю, потому что, ну блин, потому что если я буду сейчас расфасовывать, это время идет, и как бы такое себе, это надо вне серии делать. Давайте посмотрим, что там такое вообще. Кругленькое что-то кругленькое. Это живое вообще? Ой, там дроны. Хуя себе. Там не только живое, оно еще и опасное. Ой! Ребята, это реально опасная база. Быстрее летим, быстрее. Да, лазерные пушки — это круто. Стреляют они мощно. Так что нет, пока у нас не будет нормального вооружения, туда соваться прям вообще никак. Скорее всего, оттуда-то они и летят. Так, в ночь, я помню, что не снимай ночью, говорит Страйкс. Поэтому давайте мы как-то немножко подрулим. Подрулим в сторону сюда. Ни хрена опять не видно. Так, ну крашит мне нравится. Единственное, что опять давайте мониторить, где есть дроны, где нет дронов, потому что опять мы сейчас можем попасть в такую ситуацию, где на нас кто-то будет лететь. Вот, к сожалению, сейчас вообще не видать. Ночь и тишина, и не видать ни хрена. Я буду первым. Да ёпты, блядь, первым я явно не буду. Выходи. Первым, кто переночует на Луне. Так, первым делом смотрим самолеты. Корабли потом. Никто не летит.
Да, этот корабль, конечно, этой самой, по управлению такой себе. Не самый юркий. Явно RC-шек надо себе ему этих понатыкать. RCS-ок. Или как они там называются. Так, еще раз. Приземляемся и быстро юзаем все тут. Потому что иначе к нам летят, как обычно, враги не дремлют. Опять я застрял, да? Такс. Сохраняемся, бежим. Разбираем. Как они не хотят отдавать вот этот корабль, представляешь? Прям вообще. Нам очень нужны эти сердечники. Уже летят, суки. Вот. Да куда ты стреляешь, блядь? Касаешь, что ли? Давай стреляй нормально. А где еще? Или это только один? Так, ладно, хер бы с ним. Мы тут разобрали, да? Да, и мы, наверное, побурим чуток. Тут есть. Ага, хотели спрятать от меня. Такс. Кто там на карте еще? Никого нет. Пойдем заберем, что там у него в дроне. Дрон, в принципе, на мини-карте красной точкой отображается. Спасибо за патроны. Хорошо, ну, в принципе, неплохо. Потому что то, что тут мы находим, это круто. Это полезности. Таксид тоже нужен. Правда, писька не будет стоять от него. Так, давайте дальше разбирать, пока никого нет. Желательно, конечно, сломать что-нибудь, чтобы у нас тут все развалилось, и мы все быстренько заюзали. Так, давайте посмотрим, нет ли тут никаких трастеров, шмастеров. Наверху, может, тоже трастер? Нету? Ну, вряд ли бы они, конечно, такие тут плюхи бы оставили. Но и за 5 трастеров, или сколько там было, и то спасибо. Достаточно прикольно. Достаточно прикольно. Но опять же, здесь вот вкопано, я вижу. А вкопано, значит, у них тут что-то явно спрятано. Или нет? Бля. Хотели спрятать от меня плюшки вкусные. Так, никто не летит. Да, вроде нет. Вроде пока все хорошо.
Ой, тут нам покоцали все, сломали что-то. Ну ладно, мы, короче, этот корабль чисто тестом у нас. Чисто тестом, потому что он мне не особо понравился. Ну, он, конечно, красивый, но... Мы видали и получше. Так, значит, что мы делаем? Во-первых, заряжаем свой этот кислородик, это раз. Второе, надо бы что-нибудь сожрать. Давай лучше вот это есть. Так, третье, сохраняемся. Что можно отсюда закинуть? Вот это, по-моему, вот это. Хотя вот эта штука нам нужна была. Нет, мотор нельзя. Да, это по-любому я смогу закинуть. Да, что дает он? А, ну он, в принципе, не один и кобальт фигачит нам. Ну ладно, это мы оставим, нам он на базе пригодится что-нибудь скрафтить. Так, полетели мы с вами, значит, на вот эту базу. Быстро ее захватим. Быстро, максимально быстро. И спаун еще вот здесь у нас. Готово. Спаун мы сломали. Space for Gaze. Если они подмогу не выкинут, то в принципе все заргут. То все заргут. Побежали. Так, спауна здесь нет. Здесь у нас турелька. Да что тебе жарко-то? Тут вроде холодно. Здесь турелька была выскакивающая. Да, я помню. Готово. Так, хорошо. Дальше. Ну, тут, в принципе, генераторы тоже есть вкусности. Погнали мы сразу, наверное, в этот. Так, у нас точно наверху... Так, это мы потом все соберем здесь, заюзаем. Так, кто где? Давай, иди сюда. Так, минус. Там еще есть. Готово. Там есть спаун. Готово. Еще один спаун здесь. А где ядро? Ладно, в голову попадайте нормально. Так, остался один спаун и все. Вот туточки. Гуляю, Вася, жуя пилки.
Страйкс разошелся. Так, ну чё, погнали. Чё, прям сохраняем и врываемся, да? Прям такие агр. Зараж. А, тут вот он. Ядро. Там пушечка и ядро. Пушечка, ядро. Ого, их там. Пульки закончились в самый неподходящий момент. Там надо спаун сначала убить. Все, все сдулись. Готово. Так, теперь по многочисленным просьбам мы сейчас вставим ядро. Свое ядро в чужую дырку. Прикинь. Вот это Страйкс. Вот это молодец. А ну-ка, перезарядка. Свое ядро в чужую дырку ты не суй. Хопочки. Ну, значит так. Нормально мы так, кстати, отжали этих всякой всячины. Тысячу уже банкнот у нас тут. И посмотрим заодно, могу ли я тут все это сразу забрать. Берем ядро, пихаем куда-нибудь, типа это наша база, чпуньк, а тут у нас нету такого объединяющего. Подожди, а у нас же... У нас есть Wi-Fi вот на этой штучке? Могу я отсюда забрать все, что надо? Так, допустим. Ага. Это наши, да, получается, контейнеры? Так, погоди. Кэшечка. 56 50. Ага, сейчас есть, наверное, тут кое-какой смысл приконнектиться и слить топливо, если это можно. Теперь мы стыкуемся, это наше. Могу ли я отсюда, допустим, слить топливо? Вы мне там сказали, говорит, слить топливо, все дела. Вот, у нас есть здесь вот это, вот это, вот это. Допустим, мы можем отсюда. А куда мы сможем слить? Можем мы фьюл, допустим, слить к себе. В плеер. В МКшечку. Чпоньк, чпоньк, не работает. Надо, короче, здесь беспроводняк, да, ставить. Хотя, погоди, вот тут есть контейнер, я могу что-то забрать. А, вот она. Вот, все работает, ребят.
Короче, лутаем все, что есть, да? Все-таки есть в этом профит какой-то, в ядре, я имею в виду. Чтобы... Это имеется в виду только касательно лута. Фьюэл. А вот фьюэл я... А, погоди, я могу какую-то бочку тут поставить, к примеру? Нет, это заполнить. А слить? Я хочу, к примеру, одну штучку слить. У-ху! Могу, ребят! Все, слили, ребят. Страйкс хочет лайк за то, что он сообразительный. За то, что он не совсем такой тупой, как вы думали. Блять, самоирония вообще, конечно, высший пилотаж. Смотрите, ребят. Во, мы могли просрать вот это вот все. А мы взяли и слили. Смотрите, сколько топлива. Я понимаю теперь, когда у вас, наверное, кровавые такие глаза были. Страйкс, там столько топлива, а ты его слил. А ты его просто взял и слил. Ой, точнее, не слил, а наоборот, это не заюзал. Так, а что у нас? Что-нибудь восстанавливает у нас эффекты вообще? Так, раны, раны. А, у нас это вот, бинточек есть. Бинточек раз, бинточек два. Отлично. Так, ну давайте теперь немножко поразбираем, потому что там все-таки есть вкусности и плюс наше ядро. Так что мы сейчас берем, с вами сохраняемся. Забираем свое ядро, я надеюсь, оно заберется целиковое. Оно, в принципе, уже тут без... Без никто. Блять, оно разобралось просто как обычный хлам. А, ну, в принципе, я могу в этой... В конструкторе лишь собрать ядро. Ядро-ведро себе соберу, да? И собирается оно. Не, ну, ребят, я считаю, что мы круто зашли сюда на Луну. Мы разобрали целую базу. Во-первых, убрали потенциального врага, потому что он здесь появлялся бы... После перезахода наверняка. Так, давай. Все эти решетки, это круто. Сейчас то, что сможем, закинем сразу в блюпринт, если сможем. Если нет, то нет. Если нет, то нет. Так, это скушали. Да, есть смысл сливать топливо. Я, конечно, просрал, получается, очень много топлива в этом, в Титане. Три штуки мы с вами просрали. Но, ребят, если бы, конечно, я бы записывал не так. О, погоди, мы не все разобрали? В смысле? Тут было что-то еще? А, может быть, вот эти штучки маленькие не учитываются, нет? Или мы просто не дотянулись до них своими жадными ручонками. А, во. Вот этот хлам у нас явно не учитывался. Сейчас мы тут все выпилим. Все, что вкусно. Все, что вкусно, все спилим. Где-то кто-то рычал, по-моему. Или это у меня в желудке? Нет врагов. Так, вот здесь еще плюшка. Да, вот эти штуки не считаются, ребята. Они получаются отдельно. Поэтому с них скачать нету смысла, точнее нет возможности. Их надо обязательно юзать. Это, кстати, очень важно. Так, здесь вот я больше не вижу таких вот никаких лазеек. Так, вроде все выпилили, да? В принципе, вот эти усиленные блоки тоже полезные, потому что вроде как в них был сатий, да? Мы их запихивали сюда.
Но сейчас у нас уже полностью коробочка. Так, малый генератор могу пихнуть? Не могу. Тоже не могу. Нам бы, конечно, этот кобальт и чуток. Вот кобальт. Эти штуки уже все, это я уже знаю. Ну, в принципе, давайте мы тогда сейчас за кобальтом гоняем. Здесь мы все, да, разобрали? Все, что могли. В принципе. А, еще наверху, ребят, одна. Одна наверху. Точно, точно, точно. Я помню. Так, вот здесь. Вот она. Вот смотрите, сколько мы солнечных панелей просто на халяву нашли. Получается, на халяву солнечные. Так, а где у нас выход наверх? А, вот здесь был. Был, да сплыл. А, здесь мы все взорвали, к сожалению. Ну ладно, взорвали и взорвали. Все наше. Датчик тоже заберем. Все. База наша. Была ваша, стала наша, да? Компьютер закипел. Так, давайте все перекинем. И отправимся на кобальт. Кобальт добываем и домой. Ой, нет. Хотя... А, ну да. Это я нашел, получается, 5 штук. Вот сколько гадостей. Смотрите, сколько еще мы нашли топлива. У-у-у, кошмар. Можно вообще даже не это... Не беспокоиться о топливе. Самый, как говорится... Выгодный вариант развития событий – это тупо захватывать базы. Давайте вот эту штуку вообще, в принципе, с собой носить, потому что что-то она как-то очень-очень нужная штука. Так, давайте мы полетим сейчас на кобальт. Все, эта база теперь наша, грубо говоря. Она, в принципе, отмечена на карте, да, отмечена. И крашит тут, мы разобрали. Так, это железо, кремень, магний. Кстати, мы магния вообще, по-моему, ни разу не добывали. А он нам тоже нужен для всяких патронов. Не для тех, которые это волокно нужно, а именно для турельных патронов, по-моему, магний очень нужен. Поэтому давайте мы полетим куда-нибудь в сторону магния. Так, точнее, мы куда-то в неизвестность летим. Красная мне пишет. Здесь, в принципе, всегда опасно. На Луне. Но зато... Зато здесь дроны. Ты-ды-ды-дын, ты-ды-ды-дын, ты-ды-ды-дын. Ой. Если бы тут было бы приземление, как в инженерах, я бы, наверное, раз 50 бы сломал себе этот самый компьютер. Это баг или в нас кто-то стрелял? Что сейчас было за стрелочка такая справа? Просто вы видите, да, как я приземляюсь обычно? А где он? Погоди. Я потерял. Да и хер бы с ним, полетели. Где магний? Ой, магний пропустил.
Да, кораблик неплохой, ну как бы там вместительный, да, всякие штуки, дрюки есть, но, блин, в плане эффективности, ну вот выходить из корабля вообще не крайне неудобно. Все-таки очень хорошо, когда вот эти истребители строятся с этой, с возможностью выйти из кабины сразу. Она и попрочнее кабина будет, кстати, по-моему, чем просто стекло бронированное. А где-то тут. Да, ёпты, Страйкс, ну давай ты будешь находить. Во, магний. Магний мы с вами точно не добывали. И по просьбе трудящихся сейчас, естественно, я делаю утро. Потому что, ну иначе как-то печалька, да, будет, если я буду ночью копать. Так, давайте мы с вами сделаем утро. F5 качалочка. Полетели. Я надеюсь, хватит ему место. У кого эпилепсия, просьба отдалиться от экранов. Вот видите. А, то есть он, в принципе, возвращается сам по себе. Надо быстрее сделать парящее судно с этим, с бурами. Нормальное такое, только лазерное, которое не застревает. Или с турелькой. И иметь возможность с большого корабля высадить это парящее судно, чтобы можно было быстро накопать и свалить. Ну, либо этим, нам большой корабль поставить себе, лазерные вот эти все добывалки и астероиды бомбить. Что-то как-то маловато. Бля, что за робот? А, это этот сложился так. 36 градусов, это что такое вообще тут? Что-то как тут жестко. Фух. Жарковато на планете, хочу сказать. Так, давайте мы теперь к этому. Что там у нас? Кобальт дальше нет. Кремний. Кремний это у нас и на нашей планете есть. Давайте кобальт, пожалуйста, мне. Ну, магний будет этот самый не лишний. Поэтому давайте мы кобальт где-нибудь найдем. Так, предлагаю полететь вот сюда. Здесь как раз неизвестность у нас. Глядишь, что и найдем. Наша планета выползает. Где-то там наш домик. Два градуса. Подожди, а у нас что, разгерметизация, что ли? О, блин, у нас разгерметизация, ребят. Вон он, дырка у нас. Вон, видишь? Охренеть. Пробомбили, блин. Так. Еще две базы. Еще две базы. Одна с турельками, другая, наверное, нет.
и еще что-то сломанное, да? Явно сломанное. Что это? Давай с трастерами, чтобы со всеми делами. Так, ну конечно же... О, это этот, как его? Ну вы поняли, как он называется-то, забыл. Все его строили. Все его строили, все знают, что это. По-любому же будут, да, прилетать? По-любому. О, вкусненький, кстати, реально вкусненький. Вкусненький. Где дроны? Они же просто так не отстанут, да, от этой штуки-то? По-любому не отстанут, будут прилетать. Поэтому сохранился и побежал воевать. Сейчас скажешь себе, Страйкс, ты очень много сохраняешься. Ты прям очень много сохраняешься, прям вообще. Ничего страшного, нормально. За трансформаторы спасибо. Так, что у нас тут? Отлично. У нас разборка идет по полной. Разборка по полной. Так, и вы мне тут скажете, чё? Пихай свое ядро. А ядра у меня и нет. Поэтому... Ох-охо, смотри-ка, что тут есть. Во какая плюшка. Это надо собрать. А, я его полностью забрал. Прикинь. Большой конструктор. Подожди, а у нас какой? А у нас небольшой? Или надо расширенный? По-моему, надо расширенный. По-моему, надо расширенный, да? Где кто? Так, позволю себе немножко постоять, потупить вот в этой штуке. У нас тут как раз уровень 18 уже. Так, база. Конструктор. Расширенный, да, большой у нас стоит как раз на базе, а нам нужен расширенный, да? А в расширенной, по-моему, делается из большого, нет? Да, большой конструктор, одна штучка, то есть его в любом случае нужно будет сломать. Причем полностью сломать, да? Но, если я не ошибаюсь, он будет вкусненький, если мы его закинем вот сюда. А, мы его и не можем. Ну, в принципе, тогда вообще шикарно. Потому что он у нас пойдет в часть расширенного, а потом мы тогда сломаем этот самый, свой тот. Хорошо, давайте я попробую скрафтить тем нубским. По идее, должен он скрафтить этот самый. Иметь возможность крафтить. Ядро-ведро. Умеешь ведро крафтить? Здесь нету. Здесь. Вот здесь, по идее, да? Ведро. Походу, вот этим нельзя. Или подожди. Хорошо. Я тебя понял. А вот этой штукой? Самый, что и на есть, базовый. А базовый можно. Но, опять же, основу, не ядро. А именно основу. А, нет, могу ядро. Так, стальная пластина, электрика, компьютер, оптоволокно. Стальная пластина. Электрика. 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 И оптоволокно, это такой проводочек, да? Оптоволокно. Давай. Все. Готовим. А это значит, что это станет базой. И мы разберем, ну, во-первых, сольем все
все топливо, сольем весь кислород, если опять же есть, да, чтобы вы мне не написали, что типа Strikes, там опять было топливо, а ты его просто слил, ну точнее сломал, а мог бы слить, там все дела, мы, ребята, исправляемся, все нормально, я вас слышу, я вас читаю, вот, и вроде как все хорошо, давай, крафти. Продукция, типа ты уже скрафтил, молодец. Так, хорошо, но, естественно, мы это будем делать правильно на следующей серии, потому что серия подошла к концу, поэтому кто хочет продолжения, приходит на следующую серию. Всем спасибо, всех жду, пока-пока.